это музыкальная пауза. Я говорю, что вы слушаете православную радиопрограмму «Ночь разумения». У микрофона Александр Демуков. В гостях у нашей программы «Протерей» Владимир Качан. Если по ходу нашей программы у вас появляются вопросы, предложения... Смирение – это та добродетель, которая всегда таинственная, потому что, познавший смирение, познал самого Бога. Православная программа «Ключ разумения». Веду программу я, Александр Лопов. В гостях у нашей программы сегодня присутствует протоиерей Вадим Ильич. Наша программа проходит быстро, но у вас еще есть возможность прислать нам свои вопросы, замечания и предложения. Вопрос. Если инфекция села, то уже надо... Нет, если инфекция, это к врачу, естественно. Да как разобраться? Что и как? Если там, что называется, интегративный эффект. И усталость, и инфекция. Баня. Хорошая. Какие зубы приглашаете? Только намекните. Курс — это такая образовательная структура для мирян. Сильная прививка от сектантского сознания. Спасибо всем, кто нас, надеюсь, внимательно и терпеливо выслушал. И по старому обычаю нашей программы я хочу попросить священника, который сегодня у нас в гостях, протоиерея Вадима Качана, благословить нас всех на добрые дела. Бог да благословит всех, кто в этот час слушает нас, даст каждому мир в его сердце и свет в его душу. Почему? Трансляция. Перезагрузка. Ключ разумения 3. Нет, или уже 4. Там, если в истории брать. Ой, да, уже 4. Потому что вначале проводное, потом FM. FM. Потом 5 проводное. Потом уже 5. YouTube. И теперь уже 5. Ключ разумения 5. Честно, я уже и думать почти перестал. Про то, что когда-то была такая передача. Это вы кокетничаете, Александр Петрович.